Всем привет! У нас сейчас утро, 12 часов. Я так поздно встала. Со мной Аришка спала, да, такая толстучка в новом бодике своем. И также со мной спала, также со мной рядом спали девчонки. Вот они в своем шезлонге. Я сейчас нахожусь в деревне. Вот, и у нас шторы закрыты, поэтому темно. Так бы тут светлее казалось. Вот. В общем, сейчас просто встаю и иду умываться. Ну что ж, я попила чай, умылась, оделась, и малышек я своих только что переодела, вот, и, к сожалению, не влезаю полностью в кадр, вот, и сейчас мы пойдем на улицу, я их накормлю там, вот, я не знаю, как я
их втроем возьму, так я гуляю по одной куколке. Сейчас сразу трех. Ну, в общем, не важно. Сейчас мы выходим на улицу гулять и кушать. Вот лежит Бриана. Она пьет молочко. Мы решили покушать дома, чтобы не таскать бутылочки на улицу. И я поняла, что здесь будет спокойнее. Брианочка лежит в шезлонге. Мы, наконец, его приобрели. В группе я писала постик об этом. Так что, кому интересно, ссылка на нашу группу в описании. Вступайте и читайте наши новости. Вот Иришка кушает. Хлою я накормлю уже на улице, так как она спит. Вот. Не хочется ее будить. Обзор на шезлонг я буду снимать как-нибудь позже, потому что здесь у меня совершенно неудобно это делать. Так что простите, не в этот раз. В общем, мы вышли гулять и сидим. Я сейчас хочу накормить Хлою. Вот, и вот мои девчонки. Ариша лежит, что-то делает, так как она уже покушала, а Брианочка хочет попить снова молочко. Вот она сидит, повернись. Вот такая девочка. Извиняюсь за мой нос. Вот. И если что, за посторонние звуки тоже очень извиняюсь. Так, у меня штатив. Так стоит. Сейчас я накормлю. Такой вот с миской. В общем, не знаю, чем заняться. Просто сидим, ничего не делаем. Сейчас я накормлю еще Бриану. И сейчас мы пойдем домой, относим Брианочку и укладываем спать. Спать. Видишь? Вот. В общем, решила я усыпить ее в автомобильке. Вот, девчонки уже спят. Так что будем усыплять и поедем куда-нибудь кататься. Все, все спят. Вот колясочка, и вот я накрыла здесь, чтобы не садились всякие мошки. Там спит Брианочка. Я ее, кстати, раздела. А то будет жарко. Вот мой штатив. Ну, мы сейчас поехали кататься. Точнее, мы уже половину деревни объехали. С Миланкой и с Джессикой. Вот Джессика. Я вчера купила для нее новую корзину, чтобы ее катать. Вот так вот ездим. И сейчас поедем куда-нибудь, да? Угу. На горку. Я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что ветер. И камеру держать неудобно, и еще ветер. Мы сейчас на горе, тут никого нет, поэтому я решила поснимать. Лес. Вон там. Вот, все, короче, мы едем с Миланой. Что я испугался?
мы плаваем, да? Да. Решили покупаться. Надеюсь, вы понимаете, почему я не снимаю с куколками, потому что мне совершенно некогда. Весь день с Миланой, так, с братом. Вообще некогда заниматься куколками. Даже сейчас я решила отказаться от заказов, хоть и лето почти уже заканчивается. И я вообще боюсь, что у меня сейчас телефон упадет. Вот. Так как мы плывем очень медленно. Потому что я грибу одной рукой. Да? Да. В общем, я снимать сейчас не буду, просто уберу все. И снимаю все я на селфи-палку. В общем, некогда мне снимать, провожу время с семьей. Плаваю. Покажи мне. Мы на речке. Да? Покажи мне. Все, поплыли мы, короче, плавать. Проплыли почти пол речки, которую вообще можно проплыть. Вот, получается несколько мостиков. Плыли дальше. Да. Вот, ну ладно. Гладим отдельно руками для безопасности. Ну, а я умею плавать, и, в принципе, тут не особо глубоко для меня. Сейчас поплывем обратно. У нас уже вечер, и мы решили покушать такое вот яблочко. Я его натерла на терочке, и сейчас мы